Меня зовут Итан Блэк, я ассистент Габриэла Блэквуда. Но моя самая большая мечта — охотиться на демонов. Профессор Габриэл — опытный охотник на демонов, который постоянно подчеркивает, что мне необходимо приобрести дополнительные навыки, прежде чем я буду готов присоединиться к нему в борьбе с темными силами. Та ты шоля! Игрулька называется, по-моему, «Апартаменты 1406». Это как фильм, да, 1408? Если кто не смотрел, то посмотрите. Фильм прикольный. Так и называется, 1408 просто. Так понимаем, мы будем с вами за демонами охотиться. Прикольненько. Так, нам позвонил профессор. Мы с вами отправляемся в апартаменты, да? Угу. Окей. Давай. Давай смотреть. Это хоррор, ребят. По идее, должно быть страшным. Так что давайте, выключайте свет. Одевайте наушники. И будем вместе пугаться. Так, черт, надеюсь, лифт работает. Я тоже на это... надеюсь. Так, идем. О, бонжур. Похоже, что нет. Похоже, что не работает. Так что это? Изучить. Повернуть. Угу, ничего нету, да? Окей. А, Q убрать. Ладно. Та ты шоля. А что это такое? Это типа, чтоб темно не было, да? Или это уже тут спиритический сеанс был? Бонжур? Ля, это Волан-де-Морт! Володя, стой! Так, нажмите Tab, чтобы открыть меню инвентаря. А у нас в инвентаре пусто. Так, поднимитесь наверх и найдите квартиру 1406. Пошлите, попробуем это сделать. Угу. Окей. И вообще не стрёмно, ни капельки. Так, нажмите Ctrl, чтобы присесть. Хорошо. Спасибо, да я пешком постою. Так, захватить и бросить. А ты шо, ля, мы сможем стульчиками бросаться. Так. Рекс. Так, нажмите левый shift, чтобы запустить. Давай попробуем. Так, подобрать. Подобрать и левый shift. 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 Ой. Вы хотите включить залипание клавиш? Нет. Не, не хочу. Не хочу. Отстань. Все. Не нажимайте левый shift, ребят. Игра нас обманывает. О, здорово. Как она? Левиоса. Блин, по-любому игра про Волан-де-Морта, да? Ладно. Нам нужно найти 14. Падла, не пугайте меня. 14 там что-то кого-то. Так, перевернуть. Красиво. Красивая фоточка. Так, это он, плачет, либо он храпит? Не, йо! Ага, ага. Володя, прекращай. Все хорошо. Так, сохранение игры. Вот, 14.06, прикольненько. Давай посмотрим, здесь у нас... Да-да, войдите. Здесь больше ничего нету, да? Здесь больше ничего нету. Давай изучить знак вопроса. Ага, стрелочка вниз. Это типа нам. О, бонжур. Донде стали библиотеки. Во, все, нормально. Так, присесть, тут что-то находится. Е, взять ключик, да? Разблокировать, использовать. Бонжур. А ты кто? Здорово. Слышь,
А ну, иди сюда. Захватить. Получи по оружию. Не? Тебе все равно. Ладно, ладно. Так, включить электричество, отключено. Восстановите питание в комнате. Давай. Ага, найдите ключ от щитка. Слышь, а ты на меня, падла, не набросишься, если я зайду, не? Я просто за ключиком. Так, взять, все. Взять? Взяли, хорошо. Что сказал? Ага, понял, хорошо. Тогда я иду открывать. Если кто не спрятался, я не виноват. Все, свет включ. Ах ты, патлаля. Не, ну ты видел, видел? Пробежал. Так, отлично. Включить. Выключить, хорошо. Так, давайте осматриваться. Здесь по-любому, наверное... По-любому здесь, наверное, какие-то подсказки должны... Ля, эта кукла за нами следит. По-любому какие-то подсказки должны быть и что-то лежать, да? Так, найдите книгу в тайной комнате. Я же говорил, что это Володя, там тайная комната. Ну все. Говорится. Волан-де-Морт, разлогинься, мы тебя узнали. Так, ладно, идем в тайную комнату. Так, привет. Спасибо. Ну, можно пусть будет оно открытым. Так, что это такое взять? Вы взяли рюкзак, хорошо. И что это нам дало? А я без понятия. Блин, какая стрёмная кукла. Так, присесть. Здесь ничего нету, да? Слышь, а ты не знаешь, где эта тайная комната тут? Тихо, использовать. Использовать, присесть. Во, тихо, стой, 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 отдай. Отдай. Взять, использовать и... Заблокировано, заблокировано. Хорошо, мы что-то с вами взяли. Ладно, идем дальше. Здесь ничего нельзя взять. Кто это? Дай. Ля какая. Так, что тут написано? Я читать. За этими воротами скрывается зло, и оно ждет тебя. Угу. Так, мы, может, не пойдем туда? Может, ну его. Так, бонжур. Спасибо, конечно, за стульчик, который исчез. Алло. То есть ты можешь телепортироваться, да, так? Да, ля, сквозь текстуры. Ты шо? Все? Он испарился? Ладно. Так, открыть, открыть, открыть. Что у нас дальше? Сейчас мы туда вернемся. Использовать. Ага, толчок. Так, взять. Ты чего? Алло, включи свет, пожалуйста. Не-не-не, свет включи. Падла, свет включи, включи. Ну все, 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 я ухожу, открой, пожалуйста. Ты что, ты видел это? Алло, она чуть не напала на нас. Ага, а раньше этого зеркала, по-моему, не было, да? Ля, сзади нас стоит туда. Прикольно, прикольно. Да, использовать, хорошо, ладно, оно. Окей, так, нужно будет туда еще вернуться, ну, давай посмотрим, что. Да-да-да, сразу видно, что ты адекват, сразу, да. По-любому, вот по-любому надо будет, наверное... По-любому надо будет открыть эту дверь. Не-не-не, все-все-все, да, он достали библиотеки. Так, можно ли пройти... Бонжур, ты не против, я заберу вот это вот, что это такое? Маленький ключик. Падла, да, и тут еще, да? Так, соедините чашку с кнопкой, соедините чашку с кнопкой. Какую чашку?
Дим, я... Тихо, 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 тихонечко. Чашку, мне нужно найти чашку. А где мне найти чашку? Наверное, вот этой вот комнате, да, соседней? Так, использовать. Ага, и топор, и чашка. Давай послушаем, что он там делает. Ага, понял. Понял, понял. Так, давай возьмем топор. Вы взяли ржавый топор. Хорошо. Чё? Ты это ви... Воу-воу-воу-воу-воу. Тихонько, тихонечко. Все, 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 хорошо. У меня есть топор Волан-де-Морт. Я не побоюсь им воспользоваться. Понятно? Ладно. Это остолбеней, да? Так, все. Мы больше ничего не забыли здесь. Так, предлагаю позакрывать эти все дверки. Ты вообще не... Ах ты, падла. Бесишь меня. Так, предлагаю позакрывать дверки. Ну? Так, объединить. Все, изучить. Ля. Ага, что внутри лежит? Отдай. Все? Ну вот же, что-то есть, смотри. Что-то оно мигает, видишь? Отдай. Тихо, повернись, отдай курсор. Ага, нужно с помощью курсора было открыть. Ты шо, ля, давай в руки топор возьмем. Давай. Крица достал, нож режь. О, бонжур. А вы сейчас, наверное, нападать на меня будете, да? Ага. Понял. Понял, отстань, пожалуйста, отстань, отстань. Все, 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 хорошо. Все, 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 до побачення. 2 хп мне сняли. Падлы. Ну ничего, мы их победили. Хорошо, я топор взял в руки. Сейчас тоже, да, что-то будет по-любому. Так, взять стульчик. Давай, наверное, мы вот так сюда тебя поставим. Если кто-то будет нападать, он через него перещепится. Так, что это такое? Взять. Что-то мы взяли. Изучить. Шкатулочка, ага. Шкатулочка с паролем, да? А пароль... А, без понятия, какой пароль. Ладно, сейчас будем смотреть в компьютере. Или что это такое? Так, изучить. Е, читать. Так, журнал профессора. Ага, день первый. Мы приступили к изгнанию демона. Хорошо, квартира 1406. В течение теней мы вели ожесточенную борьбу. Пожар, хорошо. А пароль какой? Ну, понятненько. Какой еще мог бы быть пароль тут? Так, давай сюда. Раз. Нет, вот так, да? 2 и 3. Ну да. Welcome to the club. Манускрипт какой-то. Прикольненько. Все, убрать. А что это такое было? А что это за лысая башка, дай пирожка. Ладно, идем отсюда. Все, мы же больше ничего тут не пропустили, я надеюсь. Мы нашли какую-то штуку с вами. Ага, понятненько. Так, до побачення. Мне, в принципе, здесь неплохо. Ребят, ну что, у нас тут компьютер есть, шкатулочка есть. Стульчик есть, я предлагаю здесь остаться. Что нам вот это вот оно?
Блин, надо будет иногда свет выключать, смотреть, может какие-то сказки будут. Ладно, ладно, идем, идем. Идем, давай смотреть. Спайдермен. Спайдермен. Так, это Спайдермен. А ты на меня нападешь, да, если я сейчас тут это самое пройду? Или не? Не? Не нападешь? Так, я так понимаю, к тебе, да? Дверь закрыта. А замок я тут никак не... Хотя что я делаю? Зачем мне открывать замок? Ты чё? Там же по-любому на нас кто-то нападет. По-любому что-то ж нападет. Так, давай присядем. Заблокировано. Угу. Так, это карточка. Хорошо, это не то. И что мне это, с этой штукой делать? Что это такое? Марля. Использовать. Ага. Марля использовать, а тут... А тут без понятия. Тут, как говорится, без понятия, что нам нужно, да? Так, сейчас, секундочку, секундочку. Ребят, сейчас я нажму на паузу и продолжим. Нужно отойти. Так, все, туточки, продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Что нам нужно делать? Так, паутинка, паутинка, ага. Ну, я так понимаю, что если у нас здесь все закончилось, то, в принципе, мы можем идти на улицу, правильно? Здесь же мы уже ничего никак не откроем. Ага. А-а-а. Так, изучить. Убрать. Окей. Ага, выйти мы не можем. Ладно. А давай еще раз. А если включить, выключить свет? О, падла, нет! Ага, ты мне что-то даешь, ля. Дай сюда. Спасибо большое, спасибо. Это типа, если я сейчас опять включу, выключу. Понял. Шикарно. Я пройду, да? Хорошо. Спасибо. Так. Ля, сейчас, наверное, дверь выбьет, да, и на нас побежит. Или что это было? Ой, какой персик. Так, ладно, побежали. Ага, понял. Так, тут... тут закрыто, ладно, идем. Открываем. Использовать. Бонжур. Ага. Ля, тут не только Волан-де-Морт, еще и Дарт Вейдер. Так, ты что, тупо кроссовер, да? Так, игра сохранена. Хорошо. Дверь заперта, мне нужно найти ключ. Давай посмотрим. Что это за подруга? Я иду. Неизбежно, у нас нет выхода. У-у-у, страшно. Страшно, вырубай. А? Так, если что, то убежим отсюда. Так, использовать, изучить. Что, тут больше ничего нету? Или нам нужно будет сейчас забрать какой-то... Это нам нужно забрать будет. Окей, окей. А можно я ключик заберу? Ты же не против? Хорошо? Только не кусай меня, пожалуйста. Так, я просто заберу ключик. Все, до побачення. До побачення. Вот так, да. Все хорошо. Идемте откроем. Использовать? Это как в фильме, да? Внести в Флюхенсхайгер. Так, привет. Как оно?
прикольно. А тут что-то светилось только что красным. Или меня глюкнуло. Или меня глюкануло. А где это тело делось, слышь? Где делось это тело и почему цвет так поменялся? Взять ключ. Ага. Закрыть. Возвращаемся назад, да? Мне нужно найти ключ. Так я же вроде взял ключ или нет? Так, а можно мне вот это не мешать, пожалуйста? Спасибо. Какой ключ тебе еще нужно? Мы же вроде все ключи нашли. Ага. Использовать. Так, сумка. Хранить, хранить. Нет. Забрать. Окей, использовать. Ты шля, у нас пистолет с вами есть. А вот и ключик, да? Не, отдай, пожалуйста. Все. Тихо. О, закрой, пожалуйста, дай, как мне пистолет? Ага. Ну все. Теперь не так страшно. Так, закрыть. Открыть, использовать. Попробуйте только на меня напасть. Так, а можно мне стульчик я положу сюда? Все. Пойдемте дальше. Угу. Ах ты, падла. Ой, я испугался, ребят. Кто это? Взять патроны. Хорошо, отлично. Блин, надеюсь, это не глюк, это не нормальный какой-то был человек. Так, что это такое? Взять рюкзак. Ага, у нас больше места появилось. Электричество отключено. Хорошо. Так, бонжур. Бонжур, давайте закроем. Падла. Так, две пульки, да, тебе надо всего лишь, хорошо. Блин, ничего не вижу. Честно, ничего не вижу. А ты, наверное, на меня нападешь, да, сейчас, когда я заберу патроны? Не? Так, изучить. Читать. Я столкнулся с незнакомой девушкой. Мини, которую я не знаю. Ее печать. А, ее печаль переполняет, а слезы не сходят с ее щек. Похоже, она стала случайной жертвой этого проклятого места. Ее отчаяние непонятное, и я ничем не могу ей помочь. Она цепляется за тень, пытаясь спрятаться от беды. Эта жесткая реальность не позволяет ей сделать этого. Хорошо. А если я сейчас тебя топориком? Не надо. Понял. Ты просто зависаешь, да? Окей, ладно, зависай. Хорошо. Блин, а можно картинку еще хуже сделать? Или не? Отстань от меня, пожалуйста. Так, аптечка, а ты изучить, что такое? Медицинский набор, окей. Окей. Бонжур. Да, две пульки. Может, конечно, можно и топориком их, но... Пока есть возможность с пистолетом походить, тем более 21 пулька. Я думаю, походим, да? Так, здесь мы были с вами. Хорошо, выходим. Бонжур! Все. Донде стали библиотека. Изучить. Ля, трава, да? Да, трава. Прикольненько. Пошлите, сейчас найдем ведро, пустую бутылку
и шоколадку. Хотя, что это? Я нужно выбираться отсюда, так что... Потом найдем. Так. Взять ключик, да? Цель завершена. Мы завершили какую-то цель. Хорошо. Надеюсь, мы теперь сможем отсюда выйти. Дверь заперта. Мне нужно найти ключ. Ура! Ура, ура, ура! Нам еще нужно будет сейчас найти с вами какой-то ключик. Так, стопэ. Так, здесь сумка. А нам нужно куда? А, без понятия, да? Что это? Что это, что это? Так, таблетки. Не знаю, пока использовать не буду. Это что у нас такое, ржавая отмычка? Так, может, отмычкой мы сможем открыть что-то? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, бонжур. А это у тебя таблетки какие-то. Понял. Не знаю, стоит ли пить эти таблетки, либо не стоит. И куда нам нужно пройти? Я ничего не вижу, если честно. Слово просто забей. Как же это все стрёмно. Так, побежали. Побежали. Мне нужно найти ключ, а отмычку мы не можем воспользоваться. Для открытия ящика. А, ящик можно какой-то открыть. Ля, пошли. Пошли искать, какой ящик мы можем с вами открыть. Не тот, который был закрыт, это, да, помните? Здоровый такой. Где он находится? Где он там находится? В какой-то из комнат был ящик, помните? Который можно было открыть. Это такое? Ага, это не то. Который можно было открыть. Вот этот, вот нижний, по-моему. Давай попробуем. Не, не он. Точно? Точно не он. Так, назад, сохраниться, escape я нажал. Ага. Давайте, наверное, сохраним. Так, сохранить игру. Игра сохранена, хорошо. Потому что я знаю, сейчас начнется. А какой ящик нам нужно открыть? Так. Блин, я помню, в какой-то из комнат стоял ящик. Слышь, ты не знаешь, где? Понял, не знаешь, хорошо. Не рычи на меня. Где-то ящик был здесь. Бонжур. Так, пошли. Пошли искать ящик. Которого здесь нету, да? Или есть? Так, использовать не надо. Этот использовать. Тут ничего нету. А здесь? Во! А вот и ключик. Отлично. Мы нашли с вами ключик. Идемте на... Падла. Идемте на выход. Идемте отсюда побыстрее. Использовать? Ага. Понял. Что-то не похоже это на выход. Здорово. А ты за мной не побежишь случайно? Падла. О, отвлекся. Отвлекся, падла. Так, давай попробуем, что это. Давай траву использовать. Ага, починили. Так, таблетки, таблетки, таблетки. Использовали лечение. Слабые боли, кашля, они могут исцелить 25 хп, 20 хп. Хорошо. Ладно, пошли отсюда. Отдай. Пошлите отсюда. Блин. Это мне вообще не нравится. Ага, ты у нас зависаешь, хорошо. Дверь заперта, мне нужно найти ключ. Да вы издеваетесь. И каким образом мне это сделать? Опять возвращаться в комнату?
Блин, я боюсь, что вот это... А где он делся, слышь? Вот это вот здоровое. Падла. По-любому сейчас на нас нападешь, да? Ты же, наверное, по-любому на нас нападешь. Так, нам нужно найти ключ. Вот ключ, хорошо, ага. Давай смотреть, кто ты. Так, в этом проклятом измерении, где царит ржавый пейзаж, так души тонут в отчаянии. Угу. Окей, отлично, хорошо. Тонут так тонут. Мне, пожалуйста, о, потрошки. И что это такое? Стой, дай сюда. Все, отлично. И пошлите отсюда. Пошлите открывать дверку. О! Беги, падла. Ага. Тихо. Все, до побачення. Жарил, сейчас нападут на нас. Так, это аптечки, да, походу, выпали? Но у нас полный инвентарь. Полный инвентарь и аптечек, и кирпичей уже, и всего. Так, а можно тут закрыть? Карта, все, пошли отсюда. Пошли отсюда. Так, открыть. Ой. Я случайно, девочка, прости. Прости, я случайно. Так, кто ты? Вода, ага, Иша. Надеюсь, святая. Или что это? 5 хп, понял, блин, а нам, в принципе, не надо ничего. У нас по хп нормально. По патронам, конечно, беда печаль, но по хп, в принципе, нормально. Так, ребят, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю сейчас, наверное, сохраниться. И продолжить в следующей уже серии. Ага, Дарт Вейдер проснулся. Так, ну что, продолжаем наше изгнание демонов. Только единственное, я так и не понял, как пистолет может... А ё-моё, беги. Может с демонами справиться? Или я что-то не понимаю, или... Или это у нас с вами белочка такая пушистая? И мы чисто тут сейчас мочим нормальных обычных людей. Так, бонжур. Ага, две пулечки. Хорошо. Так, у тебя что тут? У тебя тут ключик какой-то, да? Ну, взять. Взять. В инвентаре нету места. Ага. Давай тогда используем. Использовать. Я не могу использовать. Так, надо что-то выкинуть. Давайте, наверное, бросить вот так. И забрать ключик. У нас, в принципе, по хп все хорошо. Так, а теперь сейчас бы понять бы, для чего мне этот ключ нужен. Где мы его будем сейчас использовать? Блин, и так темно, еще картинка такая мыльная. Так. Hello. Как вы тут, ребят, зависаете все, да? Так, а нам нужно было... Нам нужно было что-то было, да? Было-было, но прошло. Что нам нужно? Что нам... Что от нас хотят? Так, использовать... Угу, использовать... Я так и не понял, зачем нам этот ключ. Но тут вроде... Вроде мы все облутали, правильно? Либо неправильно. Ну да, тут тупик. Ладно, ладно, бегим обратно. Бегим обратно. Куда нам нужен этот ключик? Куда нам нужен этот ключик? Блин, бесит меня такие вот моменты.
когда ты не понимаешь, что от тебя хотят. И тут кто-то ходит, я слышу. Тут слышу, кто-то ходит, и вон нам нужно это забрать. А как нам это забрать? Кудой пройти к нам. Нам бы кудой к нам, к ним. Нам к ним бы пройти бы. Так, что это такое? Да ты шо, это дробовик, ребят, ля. Так, погоди, изучить, читать. Мой отец Габриэль Блэквуд использовал мои необычные способности во время экзорцизма. Временами я чувствовал себя для него лишь орудием борьбы с демонами. Его внимание было сосредоточено на изгнании зла. Теперь, наблюдая за страданиями здешних обитателей, я жажду мести. Должен ли я использовать какой-то DMX, чтобы наказать своего отца за то, что он сделал со мной? Ненависть и гнев, которые я испытывал, переполняют меня. Он даже не ищет способов вернуть меня. Хорошо, давай тогда мы баночку мы выбрасываем, забираем. Так, а это у нас что? Это у нас цветочек. Это потрошки. Тихо, тихонечко. Ага, на двоечку, да? А здесь у нас что? Тоже какая-то штука. Блин, ладно, бросить. Отлично. Это что? Бутылка с маслом. Наверное, что нам пригодится сейчас. Так, использовать. Ах ты, встань, пожалуйста, дай, пожалуйста, встать. Я, падла какое. Я что-то использовал, что-то я сделал, да? Что-то мы с вами сделали. Ладно, давай заберем баночку с водичкой. Восстановим сейчас здоровье. О, отлично. Это мы тоже используем на 100%. Все, шикарно. Блин, что-то не нравится мне дробовик. Он вроде должен выносить с одного удара всех. Ага, ты даже не простреливайся, да? Так, взять. Ты даже не простреливайся, хорошо. У нас один патрошек остался. Тогда возвращаем себе пехоль. Забрали. Так, ты кто? Таблетки. Вообще ничего не вижу. У меня такое чувство, что чем дальше мы проходим с вами, тем уже картинка. Так, и все? Это типа все? Там можно было объединить что-то. Ладно. Ага, что это такое? Черная записка. В этом месяце я чувствую страх и одиночество, как никогда раньше. Я не знаю, как долго мне придется терпеть эту лишнюю свободу реальности. Есть ли шанс вырваться отсюда? Неужели я обречен на вечное страдание? Мое сердце отягощено болью и печалью. У меня нет никого, кроме меня и моих мысли. Я должен найти в себе силы противостоять этим невзгодам. В конце концов, я сделал ничего плохого. Так, ага, не туда. Так, убрать, кнопкюшка, хорошо. Все, шикарно. Использовать, наверное, сумочка мне не надо, правильно? Все, отстань, как выйти? Во. Идемте дальше. Идемте, ребятушки, дальше. Ага, кто-то дышит опять. Так, это что? Это потрошки. Отлично. До побачення. Так, ты кто? Кто-то. О, еще потрошки, да?
Блин, а нельзя убрать вот этот вот туман, размытие, что это такое? Как мне отсюда выйти? Все? Заперто? Или все-таки нет? Так, сейчас, ребят, секундочку. Сейчас дальше продолжим. Так, продолжаем. Идем дальше. Приходится надо ставить на паузу, так что могут быть, как говорится, склейки, ребят. Ну, я думаю, это вам, в принципе, не принципиально, правильно? Так, что нам нужно? Нам нужно кудой. Кудой нам нужно. Мы правильно идем? Но тут, по-моему, были эти, как его... Бонжур? Ну да, тебе все равно. Здесь, по-моему, были вот эти вот полочки, ящики, да. Давай смотреть, что у нас с вами. Дробовик, хорошо, пехаль. А что нам нужно? Инвентарь. Верните книгу, спуститесь вниз. Верните книгу. А какую книгу? И я таки извиняюсь, где мне ее искать? Может, где-то я пропустил эту книгу. И что за книга? Мы вроде бы с вами... Так, а можно пройти, пожалуйста? Тихонечко. Лучше подскажи, где книга находится. Так, ну тут книги явно нету, правильно ж? Правильно. Так, идем. Куда идем? Что я увидел? Что там светилось? Вот это вот, видишь? Светится. Ага, что-то светится. И как мне сюда попасть? Как мне сюда попасть? Что там светится? Или это вот эта штука светится? Алло, игра. Help me, please. I need help. Ладно, идем наверх. Зайдем в комнату, может в комнате там что-то лежит. Так, использовать, нет, не то. Давай пройдем. Так, нет, или книга? Нет, это не книга, это непонятно. Так, игра, дай мне подсказку. То, что книгу вернуть, я понял. Только какую? Где мне ее найти? Так. Ага, закрыто. Свет мы включить не можем. Блин, что такое? Где я? Алло. Вот я где. Где мне найти книжку? Вроде ж мы тут были, вроде тут... Да, там сквозняк. Ветер. Ты не знаешь, где книжку найти? Не? Не знаешь. Хорошо, давай откроем. Пусто. Это стульчик. А вот и книжки. Можно мне забрать какую-то книжку? Так, присесть нельзя, да? Так, это использовать, закрыть. Ну, это стульчик, это взять стульчик. Хорошо. Так, где-то стульчик пропал, как обычно, телепортировался, да? Да твою ж! Алло, игра, дай мне книжку. Дай мне книжку. Может, под диванчиком? Так, ну это мы здесь были, да? Я столкнулся с незнакомой девушкой, имени которой я не знаю. Да, это мы с вами читали. И под кроватку не спрятаться, и ничего нельзя взаимодействовать. Угу. Ладушки. Так, тут ничего нету. Тут вроде тоже... Ванну принимает тут парниша.
Так, давай смотреть. Закрыть, закрыть. Открыть. Закрыть. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Так, где эта книга? Где эта книга? И... Что нам искать? Так, вроде мы здесь были уже везде, да? Вроде бы да. Блин, хоть какую-то подсказку давали, я не знаю. Давали какую-то подсказку, но это мы с вами читали. Так, все горит, и я вместе с ним. Скоро мы будем вместе. Спасибо, конечно, но... Наверное, пожалуй, наверное, откажусь. Предложение, конечно, хорошее. Так, ладно, закрой дверки, ё-моё. Простудись аж. Так, тут сквозняк, тут ветер, тут бабайки. Лифт не работает. А здесь мы... Тупик, да? Ты зависаешь, окей. Так, давай читать, давай читать. В этом проклятом измерении, где царит ржавый призрак, души тонут в отчаянии. Да, это мы, походу, тоже читали. Если я не ошибаюсь. Ну и все. И все. Я как бы без понятия, что тут... Что тут делать и как тут кого тут... Может, что-то упускаю? Блин, а как мне сюда попасть? Как мне попасть вот сюда? Тут уже по-любому где-то вот выход должен быть, правильно я понимаю? Так, ну в тебя, наверное, мне стрелять нету смысла. Так, бонжур. Можно пройти. Во, мне сюда надо как-то попасть. Как попасть? Тут же ничего, да, не открывается, не закрывается. Так, а дай, дай пройти как-то. Дай мне как-то пройти. Так, листочек, хорошо. Забрать баночку. Давайте искать. Нам по-любому как-то нужно туда пройти. Так, как это сделать? Ну, либо я что-то не понимаю, либо я что-то не понимаю. Так, ну здесь книжные полки. Или что это такое? Так, бонжур. Здесь ничего нету. Здесь тип спит. Ну, насколько я понял, все, что нам можно подобрать, оно подсвечивается красным специально. А здесь ничего красного я не вижу. Кроме моих глаз. Они просто кровоточат от такой вот цветовой палитры. Так, я не сделал ничего плохого. Хорошо. Ну, что-то положить нужно сюда. Так, хранить. Окей, все. Вышли. Что-то нам дало. Что это такое? Что-то мы с вами взяли. Не можем взять, да? Хорошо, давай баночку вернем. Оник. Тихо, тихо, тихо. Ладно, спугал меня. И... Ага, так, что мы с вами взяли? Ржавый наконечник для ключа. А его типа мы можем объединить, правильно я понимаю? Так, бросить, 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 хорошо. Падла. Падла, испугал дядю. О, бонжур. Вот это вот мне уже не нравится. Вот это вот уже мне не нравится. Все? До побачення.
Да, до побачення. Хорошо, тогда знаете, что предлагаю сделать? Использовать. А, блин, хотел взять этот, как его. Еще аптечку, но нету. Так, тихонечко. Все, мы здесь где-то пройдем. Ля! А тут дверка-то была. Или ее не было здесь? А ну, напиши в комментарии, была ли тут дверочка, либо ее не было. Наверное, мы когда эту собачку эту умыкнули, то и дверка, да, появилась. Все. До побачення. До побачення. Минус один. Дай сюда. Так, инвентарь полный. Это что такое? Это... Ага, это энергетический напиток. Но он нам не нужен. Но в принципе не нужен. А где мне тут книжку найти? Или нигде? Так, баночка с маслом. Давай читать. Путешествие по этому проклятому измерению я узнал все больше о тайне окружающей Демексуса. Не супер Демексуса. Так, ладно. Мои способности позволяют мне понять, что его заточение не случайно. Его намеренно привезли сюда. Если да, то зачем? Является ли он частью какого-то большого плана, который я не понимаю? Все это заставляет меня чувствовать себя еще больше потерянным в этом темном мире. Безумно трудно быть в темном мире. Так, дай сюда. Дай сюда потрошки. И что-то я еще взял, да? Только что я так и не понял. Так, использовать. Ага, это кнопку лифта мы типа использовали, да? Так, дверь заперта, мне нужно найти ключ. Где? У нас же есть вот это, или мне нужно типа объединить его с чем-то? Или типа мне нужно... Нужно его с чем-то объединить, только с чем объединить? Окей, ладно, давай искать, давай искать. Во-во-во, начинается. Жесть. А можно не надо, пожалуйста? Где ты? Ой-ё, выйди, пожалуйста, выйди. Выйди, пожалуйста. Выйди, ну пожалуйста, но выйди. Нет. О, мы чуть не откисли, ребят. Алло. Алло, что за бред? Ага, у нас же аптечка большая, я чуть туплю. Реально чуть не откисли. Так, взять. Взять потрошки. Жесть. Все, есть ключик, да? Пошлите отсюда. Падла. Так, таблетки, таблетки, хорошо. А что у нас по поводу дробовика? Сколько у нас там потрошков? 10. Блин, ну он вообще не какой-то дробовик. Я привык, что дробовик нормально выносит, а этот что-то вообще от слова забей. Ага. Во. Отлично. А вот и книги. Угу. А вот и книга, хотел сказать Арчи, но, к сожалению, ноу. К сожалению, нет, ребят. Так, закрыть, закрыть, закрыть и... Отдай. Ага, нет места в инвентаре. Хорошо. Так, давай
бросить. А дай, пожалуйста, ключик. Все, шикарно. И можно не так громко. Крыться, можно не так громко, пожалуйста, это все делать. Блин, ну вот чем тебе не книга? Крыться, в чем твоя проблема? Чем тебе это не книга? Так, дверь заперта, мне нужно найти ключ. Да не надо, у нас есть дробовик, можем. Можем выбить это все. Бонжур. Так, отдай. Отдай, что у тебя тут лежит. Угу, это потрошки. А это что? Это ключ. Это взять, это прочитать. Мы потом прочитаем. Взять. Так, а ну, отстаньте. Дайте посмотреть, что тут находится. Давайте читать. Могущественный демон застрял между мирами благодаря экзорцизму. Его сила огромна, но и проклята. Он застрял в этом мрачном измерении, и жажда его крови и мести растет. Я чувствую его присутствие и знаю, что должен быть осторожен, так как он может сбежать. Однако он может быть очень полезен. Пришло время навести порядок в этом мире и покарать всех виновных. Мы сейчас будем всех карать. Угу. Нас кто-то там ждет, я так понял. А кто ждет, я так и не понял. То ли Элис, то ли... То ли кто-то. Ага, еще один демон, да, сейчас будет? Так, книжка исчезла. Здесь кто-нибудь есть? О, ноу! Кто там? Кто там? Отстань, пожалуйста. Мы чуть не откисли опять. Так, давайте используем аптечку. Аптечку используем. А это наша книжка, да? Не, а вот наша книжка. Забрать. Наконец-то. Наконец-то. Так, обновленная цель. Сбегите. Сбегите. Знание демонов. Не, все. Понял, уходим. Сбегите так сбегите. Наверное, не все так просто будет, да? Так, все, бегим. Нет, не сюда. Где выход? Погоди. Погоди, где выход? Побежали. Все. До побачення. Крыться, до побачення. Даже останавливаться не буду. Блин, может лучше пехали взять в руки? Может реально лучше пехали взять в руки? Все? Ну понятно. Сбежал, проверяй, да? Типа я буду в апартаменте 1406. Жди меня, да? Но я так понял, что сейчас будет замкнутый круг, чеша. Что мы с вами не выбрались. Демон нас занямал. Конец близко. Ага. Прикольненько, такая коротенькая. Блин, думал будет пару серий. Но, наверное, проще сделать полное прохождение одной серии, так что да. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр.
Надеюсь, вам было так же самое страшно, как и мне. Так что все, всем пока-пока и до потом.